Лев Ней на тему Нагорной проповеди. Узрев народ, учитель сел на холм возвышенный средь поля. По манию его руки к нему сошлись ученики, и он отверз уста глаголя. Не передать словам людей его божественных речей, нема пред ними речь людская. Но весь народ, ему внимая, познал и благ земных тщету, познал и мира суету, познал и духа совершенства, познал, что истое блаженство себе наследует лишь тот, кто духом нищ, кто слезы льет, кто правды алчит, правды жаждет, кто кроток был и незлоблив, кто сердцем чист, миролюбив, кто от людей невинно страждет, кого поносят в клеветах и злобным словом оскорбляют, им будет мзда на небесах. Гонимы были и пророки. Он поучал не избирать путей широких, врат пространных, вводящих в пагубу, входить всей жизни узкими путями и трудно тесными вратами, не осуждать, благотворить, родить о скорбных, неимущих, благословлять врагов клянущих и ненавидящих, любить.